Олимпиада олимпиадой, а волейбол по расписанию. 15 февраля самые преданные болельщики пришли в центр волейбола поддержать «Зенит Казань» в матче против волейбольного клуба «Тюмень». Перед самым началом встречи вице-президент «Зенита» Ильхам Рахматуллин был награжден почетной грамотой в честь 90-летия отечественного волейбола. Тренерский штаб «Зенита» в этот вечер предоставил отдых Алексею Вербову. Владимир Алекно выпустил привычный стартовый состав, за исключением молодого блокирующего Ивана Димакова. Удачное начало «Зенита» и 8-3 к первому техническому. Горбич отлично подключает первый темп в лице Димакова и Опаликова. Вышедшие Полетаев и Мочалов успевают отличиться еще в первой партии, которая остается за казанцами 25-15. Уверенно действуют зенитовцы и во втором отрезке матча, позволяя присесть на скамейку главному тренеру казанцев при счете 23-14. Но на подачах Николая Учакова гости сокращают отрыв до 23-20. Правда, ошибка пятого номера Тюмени на подаче и отличная доигровка Полетаева не дают разгореться интриге 25-21. 9-9 и равная борьба в начале третьего сета. Но резервисты «Зенита» вкупе с усилиями Максима Михайлова создают комфортный плюс 5. Казанский блок включает максимальные обороты. Мочалов забивает непростые мячи. Кобзарь раз за разом пасует на Полетаева, который вместе с Михайловым становится самым результативным игроком матча, набрав 11 очков. Как итог, 25-17 в третьем сете и 3-0 в матче. Все получилось. Получилось попробовать предварительные варианты для дальнейшего продвижения по чемпионату, к Лиге чемпионов, различные расстановки побывали. В принципе, все получилось. Команда «Зенит» на голову сильнее нас, соответственно. Мы что-то попытались, но у них, видимо, хороший настрой был сегодня. Никакой расслабленности, просто нам не дали каких-то шансов, даже второй состав. Игра выигранная, как бы мы рады. Опять же, много недочетов, много потеряли взаимопонимание много со вторым связующим, как бы с Николой я почти не играл сегодня. Вот. Ну так, старались все хорошо сыграть. Были огрехи на приеме, как всегда. Будем делать выводы. Уже во вторник казанцам предстоит сверхважный матч. Подопечные Владимира Алекно отправятся в Белгород, чтобы уже третий раз в этом сезоне сразиться с местным Белогорьем. Хорошо, что именно в эти моменты эти игры, потому что основные отдыхают и отдыхают перед очень важными играми. У нас они чередуются. Следующая игра вот у нас с Белгородом сейчас очень важная. И хорошо, что наши основные, большинство, как бы, вот я отдохнул очень хорошо. Съемочная группа ZTV, как и всегда, отправится вместе с командой, чтобы держать вас в курсе всех самых интересных событий. Болейте за «Зенит», ведь все самое интересное только начинается.